Вот приехали на огородчик, Володя довез. А вот и набрали сейчас арбузы местные. Это Володя сажал все. Володя. Это вот комогориха. Володя как подняли высоко, там деревья, он все это позасохло поднять. Игорь, первый склад. Первый. Вот. Там он урывские, а зимы уже зашли. Зеленые, вот на поле. А сейчас постельно это сеют, так за счет того, что отравой травят сорняки. О, Володя тут на своем хозяйстве. Что у тебя тут выросло-то еще? Какие чудесные дыни у тебя. Она даже лопнула. Даже лопнула. Ну вот мы сейчас, кто смотрит, мы бы разделили, вам дали. У нас топор с собой есть. Кусочек маленький потупили. Это Игнатий Брянчанинов, когда приехал в монастырь с товарищем, монахи с первого дня их возненавидели, не давали даже ножа. Говорит, картошку топором чистили. Так удивительно. Стал ходить он в храм, кадет там был, сразу доложили начальству, что-то неладное. Не по девкам идет, а в храм. Это подозрительно, может вызвать революцию. Больше всего революции боялись, и все. С ней боролись, как говорят, и напоролись. Эта дынька зеленая, закрыла. Покажи зеленые дыньки. Это сколько тут дынька? Два, три. Тоже две, четыре. Я не знаю, поспеют они, не поспеют. Слава Богу. Я думаю, ничего больше не надо брать, пусть растет. А нам огурцы, еще здесь. Огурцы смотрели? Нет, не подходил даже. Там надо посмотреть. Ну, пока выложи и пойдем. На арбузы там клади. А запах-то какой? А? Запах-то какой дыни? Ну давай пусть я дам, чтобы все нюхали запах. Нюхайте, какой запах. Да, да. Камера-то не дает. Камера не дает. Как так? А вот у нас тут стоит крест. Метров 8, 12 метров, наверное. Вот так, пошли дальше. Сейчас пойдем мы огурцы собирать. Я помидоры собирал. Там немножко должно быть. Два полных ведра собрал сегодня. То второе ведро будет по 13,5 литров. Вот у него помидоры, Володя, нынче были. Вот они, лежащие. Вот. Я его собрал. Один еще остался. Мне одной палочки не потребовалось. Тогда вот такие палочки, штырьки привязывал. А сейчас все лежит, зато укрывать легко. Все. Не знаешь, где еще. Ты знаешь, кого я тут сегодня встретил в огороде? Никогда не догадаешься. Лови помидор. Кого? Зайца? Кота! Любину. Вон там. Вон, собирай. И он лежит, затаился около грядок. Я говорю, о, молодец ты какой. Мое мнение о тебе сразу изменилось. И я не стал его трогать и ушел. Он хулиган, бьет наших котов. Там он еще внутри хороший. Ой, хороший. Совсем махонький. Держи, держи. А пускай подрастут еще. Да, пускай. Все мелочь, да? Если заморозков не будет, они все подрастут. Ну, хотя посмотри, где побольше-то. Есть, поди. Хотя ботву уже побило. Это вон, он висит. Бери его. Он похож на перец. Груша. Груша. Вот туда дальше, ты куда идет дальше, там может семенник какой-нибудь повис. О! Ну еще все-то считай. Надо плод-то твой вытаскивать. Да, надо. Иначе капут будет. Сейчас пойдем, вытащим. Если нам удастся. Нет. А? Я его как сюда делал, так и обратно будем разбирать. Я шуруповерт принесу, мы все это выкрутим и спокойно его перевезем. Да что ж так, ты зачем так-то? Тут зачем? Рядом его, пусть он лежит, такую беду
Растереби. А бутылки не сомнет, у нас нет. Еще их сомнет, так когда они в мешках. На берег только. Ну тогда надо чем-то тогда, крюком каким-то. Ну да. Так нам не, это не вытащить. Типа какой-нибудь палки с крюком, чтобы перевернуть. Ну его. Да, перевернуть и все. Это надо сверху вертолетом. Вот Володя принес дыни. Ну смотри, принимаешь, нет? Дай ей понюхать, как она что скажет. Ну-ка. Аромат? Созревший. Этот вообще лопнул. Да-да-да. Почему-то перезрел. Созревший. Ну вот, Надежде Васильевне дай понюхать. Только понюхать не есть. Да. Только понюхать. Ну, пойдемте, попробуем. Ой, пойдемте, поедим. Бери топор в руки, будем рубить ее. А я еще арбузы хочу, у них арбузов много. Да куда арбузы, ты едва ходишь. Арбузы как раз поддерживают ее. Она идет против ветра, ее ветер поддерживает.